Всем привет! Начинаем рыбалку сегодня на горе, на озере Елисеве. Будем начинать сегодня рыбалку с речки. Вот. Рыбалка опять как жить. Надо поймать рыбы. А то комментарии были не очень хорошие. Тут типа в Карелии рыбу всегда клюет. Таня, палец вверх. Сегодня у Сани хорошее настроение. Так что значит мы поймаем. Да, это штиль метров, наверное, ну, 4. Наверное. Нет, что? 3? Полтора-два метра. Да? Полтора-два метра в секунду. Ну, штиль, короче. У нас штиль. Для нас штиль. Ну вот. Здесь мы, короче, с речки. Мы сейчас обыкновенный джиг будем цеплять. Но. Сначала. А потом поедем, когда на лузу. Поедем, тогда мы уже будем. Да, необыкновенно. Тут набрано у нас. А я сразу попробую необыкновенно. А я сразу буду пробовать необыкновенно. Нет, я буду. Ну я торгу. Мне не жалко. Ну мне не жалко. Короче. Да. Вот. Нацепил вот я такие двойничок, ну длинный двойничок. Сейчас чебурашку и буду ее кидать. Все. Буду начинать с этого. Чебурашку я повешу 18-граммовую. У меня есть 16, есть вот 18. Вот. Вот, 18-граммовую чебурашечку. Саня уже клювала. Нет? Не, еще не клювала, значит нормально. Значит есть фора. Еще есть возможность отличиться. В прошлый раз я отличился. Да, в прошлый раз я Сашку оплавил. Кому говорю, никто не верит. Что я Саня оплавил. Да, блин, я сейчас точно. Да. Короче, нифига у меня не получается что-то. Все, вот так, раз. Потом вот так. Так. Во. Во, вот так вот. Раз. Все получилось. О. О, вот так получилось. Все, ну, начинаем кидать. Если что клюет, сразу пик. Помочь бы, блядь, сука. Первый судачок. А ну. О! Судачок. Весь погрызанный, весь покусанный. Да, вон, такой судачок. 40 сантиметров есть? Вот такой. Все.
Опять Сашку делаю. Да, да. Он уже, говорит, привыкнет к этому. Пальцы вверх. Судачело, судачело, судачело. Вот такой вот маленький судачок. Вот такой вот судачок. Вот такой вот судачок. Так я не знаю, что. Вот такой вот небольшой судачок, весь в икре. Вот. Вот, вот такой вот судачок. Опа! И гуляет. Классический. Опа. Палец вверх.